2 метра в высоту и 3 метра в длину. Таковы габариты нового скульптурного решения, разместившегося на одной из главных улиц города. В художественном замысле скульптор воплощает в себе идею диалога банка с клиентами. Однако выполнена она не совсем обычным образом. Вместо привычного изображения людей в скульптуре появляются символы. Человек превратился в символ. То есть это не буквально человек, прямоговорение. Вот там мальчик там с печатью этого банка или там с мешочком денег, как у нас тут любят делать. То, что вроде как понятно и простому неискушенному. А здесь это все-таки символизм, который требовал определенных пластических решений. Идея установки подобных скульптур появилась в прошлом году. Эта композиция стала третьей по счету после столичной и монумента в Борисове. Следующим эстафету примет город Гродно. Необычное архитектурное решение за время реализации проекта стало своеобразной эмблемой банка, а теперь и новой малой архитектурной формой в городе. Данная скульптура монументарно-декоративного искусства является одним из украшений города Бреста. Спасибо, что город Брест один из первых городов, где была установлена эта скульптура перед банками Республики Беларусь. Это символ нашей открытости, нашего диалога с нашими партнерами, обществом. Это воплощение клиентоориентированности банка. Открытое акционерное общество «Банк Белвеб» появилось в Беларуси в 1991 году. За годы долгой и плодотворной работы универсальный кредитно-финансовый институт зарекомендовал себя как надежная и проверенная банковская структура, занимающая ведущие позиции в Беларуси в области международных расчетов и валютных операций. Среди плюсов работы банка не только качественное обслуживание, но и признанная репутация, которая помогает структуре быть уверенным представителем как зарубежного, так и внутреннего валютного рынка. Главный принцип – открытый диалог олицетворяют не только качественная работа сотрудников, но и новая скульптурная композиция.